первых снеговиков, а вернее грязевиков уже лепят в Отрадненском районе. А еще играют в снежки. О, промахнулся. Сегодня здесь выпал первый снег. И по состоянию на 10 часов утра он все еще не тает. Попало. Первый пошел под белым покрывалом октября. Поселок Урупский, соседняя станица Попутная. Такого здесь не ожидали еще как минимум 2 недели. Как снег на голову, непогода свалилась под утро. Еще накануне здесь было по-летнему тепло, а сегодня почти зима. Очень удивились, потому что вчера был прекрасный солнечный теплый день. А сегодня утром неожиданно выпал снег и... Наверное, всем на радость, может быть, и на печаль. За сутки столбик термометра упал здесь сразу на 20 градусов, уверенный. Плюс 4 за окном в полдень. Синоптики пророчат снег с дождем в поселке еще завтра, а потом вновь потеплеет до плюс 18. В 6 утра, наверное, пошел снег, потом повалил хлопьями. Деревья, вот у меня такой огромный куст цветов, он лег, вот я не знаю, просто улегся на землю. Вот такое у нас было чудо. Но это радостно, но только мы сидели 2 часа без света. Готовят сани, пока засыпает хлопьями мотобайк и в Мостовском районе. Ранний снегопад в станице Андрюки. Гнутся деревья и розы в цвету под белым покровом в хуторе Харьковском. Там сегодня ночью, как и во всех предгорных районах, возможны первые заморозки, отмечают синоптики. Первому снегу только рады на горнолыжном курорте Сочи. Там настоящая метель. А в Краснодаре уже сутки не снега, а деревопад. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Повальное ЧП из-за ветра и в Ейске. Там за сутки спасатели до 20 раз выезжали на разбор завалов из деревьев. Повреждены авто, обошлось без пострадавших. Ловят моменты волну серферы. Хотя еще неделю назад на пляже в Джимите были толпы отдыхающих. Их будто сдуло пару часов назад, отмечают местные жители. Всю пляжную инфраструктуру уничтожает. Вот, походу, кайтсерфера унесло и вовсе куда-то плюнули. Это может быть очень опасно. Штормовое предупреждение действует на Кубани до конца суток. Возможны ливни с градом и шквалистым ветром. А над Черным морем ожидают смерчи. Юлия Чернышова, Александр Жерелей, Виктория Шадрина, Кубань, 24.